Здравствуйте, с вами канал Максимадзе. И сегодня мы начинаем новую рубрику под названием «Моды на Hello Neighbor». Моды, которые из модкита, сделанные в модките. Дело в том, что я вчера купил игру Hello Neighbor оригинальную в Стиме. Купил я ее там для того, чтобы можно было запускать модификации. Пиратская версия — это фиг сделаешь, а вот в Стиме покупаешь, и там на странице с игрой, где ее надо запускать, есть раздел «Мастерская», и там можно скачать моды. Там скачиваешь моды, там можно свои моды выкладывать, можно каждый мод прокомментировать, написать, там что-то лайк, дизлайк поставить. Вот загрузишь, и они должны появиться в этом разделе «Модификации». К сожалению, далеко не все моды, к сожалению, работают. Непонятно, почему некоторые уровни не появляются. Можно на скин на соседа поменять. Пока идут руки, вот еще не дошли до этого. Хотел поставить вместо соседа главного героя, но почему-то этот мод не работает, он не отобразился здесь. Вот уровень. Я скачал несколько модов тут. Это Альфа 1v4 мне порекомендовали, Гумбалс Хаус и мод, который называется Hello Man. Начнем давайте с чего-то попроще сегодня. Альфа 1v4. Выбираем уровень и нажимаем «Хотите начать игру с модификациями». Короче, если вы находите какие-то интересные моды, то тоже пишите в комментариях, предлагайте. Может быть, мы с вами в них сыграем. Короче, начнем первый выпуск нашей новой рубрики. Мы начнем с чего-то попроще. Ярослав Кирюхин порекомендовал этот мод. Альфа 1 Реборн. Он говорит, что здесь есть третий этаж. И сейчас мы это проверим. Ну вот то, что я вижу, то, что тут кроме выше третьего этажа ничего и нету. И кроме того, я не вижу тут стекол и дверей. А, нет, вон там двери есть, а вот входной нету почему-то. Видимо, это связано с тем, что двойной двери нету в файлах модкита. В релизной версии двойных дверей не было же все-таки. Уже они были убраны. Непонятно зачем. Короче, это наш дом. Это дом из второй альфы. Соседский дом из второй альфы. Но он совершенно пустой, в нем ничего нет. В нем нет дверей, рамок для дверей, стекол. Поэтому тут толком нечего делать. Поэтому погнали изучать дом соседа. Бывают иногда такое, что в модах то какие-то неполадки случаются, каких-то предметов не хватает, то чего-то еще. Либо бывают очень большие сложности. И на такой случай у нас есть командная консоль, которую я нашел в Ютубе, скачал. Здесь такие команды, как Ghost, Волк работают, которые стали известны еще в Альфе 2, где была консоль. Ну и есть еще несколько команд. Например, Friends Forever, если ввести, сосед нас не будет трогать. Он вообще нам нисколько не будет мешать. Но мы будем в основном использовать Ghost при каких-то экстренных случаях. Где, например, то куда-то фиг пройдешь, то какого-то предмет не появился и так далее. Greenhouse M13 сделал такой тренер, так называемый. Ну ладно, хватит болтать, погнали изучать дом соседа. Как мы видим, реалистичность и рисовки здесь, и я одобряю это. Какой-то тут здоровенный забор, ни в одной части такого не было. Какой-то знак, где ангел вниз летит. Да, полностью реалистичный стиль рисовки, но другое освещение. Освещение более светлое.
Так, опа, так, молоточек есть, и тут гаечный ключ еще есть. Хорошо, а гараж открывается? Давайте проверим. Ух ты, нифига себе, он открывается. Вот так у дверей, и физика тут тоже есть, я так понимаю. Да, физика у дверей тут есть. Он дрыхнет, что ли? Так, посмотрим. Зная разработчиков игры, ну и мододелов, естественно. В каждом... А, вот он спит, оказывается, где. Короче, надо открыть решетку, взять ключ-карту, замок найти. Так, ну молоток мы уже раздобыли. Молотком, видимо, открывать можно. Так, а что у нас тут Могила есть, только вот здесь нет лопаты. Ну-ка, если стульчик тут убрать, он... Так, хорошо. Интересно, надо выкапывать или не надо? Ну, в общем, с этим мы разберемся. Смотрите, тут все реалистичное абсолютно. Круто, что в модките... О, даже кровать реалистичная. Говорили, по-моему, что нет реалистичной кровати. Но она есть, на самом деле. Эх, вот бы сделали мод, где вся игра, так сказать, чтобы везде реалистичность рисовки был. О, а это работает? Надо проверить. Ну вот, что нас интересует, это третий этаж, который мне тут обещали. Сейчас мы узнаем, есть он или нет. Опа, блин, тут сосед. Да, походу заморозилась там акула реально. Но мы акулу выбросили и... Слушайте, знаете что, если покрутить обратно, там будет вода или там тот же лед будет? Ну-ка, давайте проверим. Блин, не застревай. А, да, вода. Точно. А, работает это, оказывается. Так, колокольчика здесь нет. Так, ладно, смотрим, что тут у нас вообще. Все. Класс. Все то же самое. А, вот и третий этаж. Ничего так. Ну, как видите, конечно, проработано не очень. Рамок не хватает, но вот. Он едет? Ух ты, нифига себе, он едет. Это тот же этот вагон, что и в релизной версии, в оригинальной, который в Альфа 4 впервые появился, просто разукрашен цвета из Альфа 1. И разукрашен он очень даже неплохо. Но, по-моему, поезд этот бесполезен, потому что... Нам ехать-то не... Это что? А, это типа лифт такой. Хорошо. Хорошо. Так, дверь из Альфа-2 закрыта. А, там затоплено все. Нам надо где-то вентиль найти, что ли. Так. А, на стулом подперто, понятно. Шкаф можно залезать. Так, что? Опа, может это гаечным ключом? Ух ты, точно, смотрите. Ты что, атомная бомба, что ли? Опа, там ключ. Там какой-то ключ. Слушайте, мы должны это проверить. Ну-ка, я могу же здесь? Да, могу. А, во, все. Только вот от чего этот ключ, пока не ясно. Так, давайте тут еще комнаты проверим. Вот здесь же еще что-то есть. Открывайся, ё-моё. Сколько манекенов тут, блин. А, в одну и ту же комнату это все идет.
А, ну бесполезная, короче, комната, ничего там нет. Это ключ от подвала, возможно. А это что за сарай? Так, тут какой-то провод ведет. Ведет он куда? А, к этой решетке. Не, ключ мы не воткнем, потому что там решетка. А может этот ключ от сарая? Давайте тоже посмотрим. О, хорошо. А почему я зайти-то сюда не могу? Ну пролезай, ё-моё. Так, лопата. Я так понимаю, это вода должна смыться из той комнаты, где дверь железная была. Хорошо, проверим. А генератор этот чё? А, отлично, решетка открылась, отлично. Блин, там камера стоит, вот собака, а. Камера мультяшная, к сожалению. Блин, капкан тут поставил, вот собака. Опа. Ну-ка. В смысле, ты чё? А чё он не пролез оттуда? Он что-то не захотел туда пролезать. Да блин. Время суток, кстати говоря, не меняется. А лопата для чего? Может это вырыть могилу? Проверим. Но сначала молоток испытаем на досках. Молоток, я так понимаю, чтобы открывать подвал. А, точно, окей. Неиспользованная дверь тут у нас. Отлично, нам осталось только ключ, карту и замок найти. Ой, этот ключ от замка, от этого. Ну-ка проверим. А, точно. Это... Секунду, в Альфе 1 настоящий, там манекен был закопан, а тут... А там человек. Там живой человек. Ну, мертвый уже, понятное дело. Ну, но... Ты чё, сатанист, что ли, сосед? Он убил кого-то, закопал. В реале. Так, все, остался только ключ карты. На мой накал и личий сет. Только вот... Светится не то, что нужно. Так, надо... Вот... Так, вот комната с водой-то открылась. Нам надо в нее, я так понял. Не, в нашем доме тут точно ничего нет. Это я прям уже вижу. Прям все заметно. Нет, надо в комнату с водой пробраться. Так, ну лифт в Альфе 1 только был, потом он был исключен. Слушай, почему он пролезть-то туда не может? Да пролезай, ё-моё, а! Так, что-то мне кажется, что пришло время для ГОСТа, потому что он сюда не проходит, не проходит. Так, волк, пошли. Так, диагональный шкаф. А, мы и теперь сюда не пройдем. Короче, здесь какой-то косяк, он туда не проходит.
О, а вот и ключ-карта. Ну и все, вроде бы на этом все закончено. Так, ну вот реалистичных стекол в файлах модкита вроде бы нет, поэтому здесь и нету этих стекол. Как раз таки из-за этого и нету. Блин, камеры. Черный экран опять. Пусть поезд, короче, все время теперь ездит. В Альфе 1 он же всегда ездил. Так, акула здесь по-прежнему валяется. Так, ну и все. А, кстати, это работает? Блин, зря я это, наверное, сделал. Так, ну все, открыто. И что там у нас? Отличный подвал, просто я вам хочу сказать, ничего там внутри нет. Все это было напрасно. Да, как только я телевизор включил, он перекрасился, кстати. Светится не то, что надо, абсолютно. Приемник работает. Ой, смотрите, и фонарик тоже светится неправильно. Он светит не то место, которое должно светить, а он весь прям светится. Какой-то странный фонарик и телевизор. Тоже странный, экран не работает, а остальная часть светится, моргает. Ладно, хорошо. Мы прошли этот мод, так сказать, довольно-таки быстро, наверное. Надо еще какой-нибудь пройти. Так. Ну, как бы оценить бы этот мод? Так прикольно, что добавили третий этаж. Но мод выглядит слишком просто. Поэтому плюс-минус тут, я думаю, справедливо будет. Ну что ж, давайте еще модик посмотрим. Да, кстати, чтобы при нажатии, при выборе любой модификации, давайте следующую выберем. Вот Hello Man, это здоровенная модификация, которая в несколько серий войдет, поэтому мы возьмем вот эту. Судя по картинкам, она коротенькая. Так, начинаем игру с модификациями. Когда мы какую-либо модификацию играем, у нас мы можем ее продолжить. То есть мы выбираем уровень, и там он продолжится, как бы мы его не сохраняли. Чтобы сбросить все сохранения, надо нажать новая игра. И чтобы там акт 1 запустился оригинальный. Так, вот такой вот дворичек, короче. Так, качеля. И это дом соседа. Дом соседа невероятно маленький. Такой дом больше главному герою подходит, нежели соседа. А вот у главного героя дома-то нет вообще, по сути. В этот дом зайти невозможно. Так, что у нас тут? Я ничего опять не вижу, у меня черный экран опять. Input not supported. Ого, у меня такого не было давно, чтобы еще и ошибку монитор выдавал. Во-во, вот теперь все нормально. Нет, опять ненормально. Он сейчас опять то же самое выйдет, потому что... Барахлит у меня монитор, отходит там шнур питания от него. А, в багажнике ничего нет, кроме вот этой газировки бесполезной. Так, ну ладно, наш дом не поизучать, поэтому погнали изучать дом соседа. Опа, он там уже. Собака, а? Дом очень маленький, и от соседа хрен куда убежишь. Ладно, давайте... Блин. Задний двор, наверное, надо проверить.
Там что-то есть? Так, ну, во-первых, есть вход еще один. Рубильничек и... Лестница, которая на синий замок закрыта. Там зонтик лежит. Да блин. Так, ладно. Раз сосед там гнался за нами, давайте соберемся в дом, посмотрим, что там. Так, это подвал. Там красный замок нужен. Нет, мы должны как-то проникнуть и узнать, что у него там. Только он там камеру уже, по-моему, поставил какую-то. Да блин, ну как мы там побегать-то? Дом маленький такой. Как же мы в нем побегаем-то? Фиг-то мы в нем побегаем. Он камеру на лестницу поставил, вот дает, а? А она не работает, кстати. Так, ладно, проверяем все эти холодильники, все шкафчики. Потому что бывает такое, что ж где-то запрятан или ключ, или что-то еще. Не, они пустые, ничего тут нет. Так, это задний дворик. Ну там второй этаж еще есть, надо посмотреть. А, погодите, а это что? Здесь тоже пусто, ничего тут нет. А, он зарядку делает, окей. Блин, он там стоит, вот собака, а. Ладно, в эту комнату давайте заглянем. О, там ключик. Там синий ключ. Хорошо. Все пока идет хорошо. Так, и ключ этот. Этот ключ, по-моему, от лестницы. Да, тут синий замок, значит, от нее. Так, зонтик. Не знаю, как его можно было так повесить. Кровать тут еще стоит, зачем? И зачем нам этот зонтик тут? А ничего больше нету, что ли? Ломик тут лежит. Ну, блин, он горячий. Я его не возьму. Надо магнит найти, либо потушить. Может, тут лейку какую-нибудь да потушить взять. Или ведро. Можно и этим же просто еще потушить. Так, ну давайте посмотрим, что тут. Где тут найти? Подождите, там... Там, по-моему, лопата висела. А, вот лопата. Ну-ка, надо лопату взять, наверное. Может, ее. Может, что-то надо вскопать. В прошлой альфе-то надо. В прошлом модике-то надо было что-то вскопать. Это могилу надо было это выкопать. Ну-ка. Дайте мне это сюда. Так, смотрим, что у него там на заднем дворе. Да ты хорош, ты камер-то наставил тут. Только они не, все нерабочие. Что-то я тут нигде земли не вижу. Так, а что здесь? Лапис. То есть полис. Полиция. Прямо позади дома соседа полицейский участок находится. И завод. И не только завод, там еще много зданий всяких. Что-то я тут не вижу нигде, чтобы можно было вскопать что-то. А, может это? Может тут это? О, это ключ от подвала, я так понимаю. Уже. Кто-то додумался его закопать в землю, не знаю. Так, ну нам остается потушить ломик. Ждать, пока он сам потухнет, я бы не хотел. Он что, сквозь окно, что ли, прошел? Или как это было? Он вышел. А зачем он телек сюда поставил?
Надо, наверное, лейку взять. Вот лейка, вот лейка. Теперь надо водой ее наполнить. Может, в ванной можно это сделать? Быстренько так соображаем мы довольно. Ну, раз маленький дом, то что тут соображать-то? Довольно-таки просто все. Да блин, да ты камеру тут понаставил, блин, ты че? Да блин, он еще и преследовал меня сейчас. Надо обезвредить этот капкан в ванной. Да блин, он там. Вот в чем минус этого мода? В том, что дом маленький и тут очень тяжело бегать. Так, я схватил камеру вторую. Да ё-моё, ну как можно тут бегать? Он ещё что-то вперёд сейчас не пошёл. Я должен как-то взять и затушить это. О! Он не заметил меня. Только вот... О, в капкан бы не влететь. Сейчас. О, может, ведро лучше взять? Ведро-то оно больше, наверное, больше воды влезет. А, слушайте, на всякий случай то и то возьмем. Вдруг воды не хватит. Вроде набралось. Так, ну давайте польем ломик, что ли. Пусть остынет. Да. Вода кончилась. Че он не тухнет-то, ё-моё? Не хватило, что ли, воды? Еще надо, что ли? Блин. Ладно, еще давайте идем. Не влипнуть бы в капкан сейчас еще раз. Капкан. Уже влип кто-то, но это был не я. Отложу его сюда, чтобы сосед не мешался. Да чего он не тухнет-то? Он вообще не тухнет. Мне что, ждать, пока он остынет, что ли, или что? Видно, что он подостыл немного, но... Его все равно еще взять невозможно. Так, блин, вот с заднего входа бы зашел. Но там не получится зайти. Блин. Но там не получится зайти на второй этаж. Лестница только вот с этой стороны. Да блин, ну почему он там, а? Ну почему именно там? Вот других мест, где набрать воду, больше вот нет. Вот ждать, пока он сам потухнет, я не хочу, потому что это очень долго будет. Ладно, и третье, блин, ведро набираю. Как грустно, что этого не хватает для того, чтобы лом затушить. А, он задрипал, отлично. Ну чё он не тухнет-то? Ну ё-моё, ну чё он не тухнет? Он вообще не тухнет.
не помогает это нисколько. Да бесполезно, короче, ведро не помогает оно вообще. Ой, ладно, будем леечку использовать тогда. Не знаю, изменит ли это что-то, но лом надо как-то затушить. Есть только один способ затушить его, это... а куда это он? А, может... Куда он... А куда он попрыгал-то? А может он тогда там... Может он тогда где-то там зависит, и мы пойдем к нему спокойненько домой? Сосед в баге еще оказался. Вот так, пробуем еще раз палить. Ну тушись, ну че он не тушится-то, блин? Вообще не тушится он. Не, мы будем еще раз пробовать, потому что других способов того нет абсолютно. Дичь какая-то сейчас происходит. Он сосед в баге где-то застрял, он нам не мешает сейчас нисколько. Не, мне что-то кажется, что он понемножечку перестает быть раскаленным. Но что-то очень медленно. Давай ведро еще одно набирай, блин. Козел, блин. Не тушит просто вообще. Вот не тушит он. Может, его на твердую поверхность надо вот сюда положить. Иначе как его еще потушить? О, подождите, он реально перестает быть красным. Ну, что-то очень медленно. Он уже почти не красный. Надо его. Надо еще поливать. Что-то он очень медленно остывает. Блин, и был бы магнит, я бы его сюда бы притащил. Он бы быстро бы потух. Но это не получится. Нет магнита. Так, еще раз. Он вроде затух почти уже. Нет, он еще горячий до сих пор. Да что ж такое-то, а? Сколько ведер надо притащить? 30-40, что ли, ведер надо? Так, попытка номер 73, блин. Наконец-то, говно какое, блин. Взялся. Блин, гвозди недобитые. Прекрасно, и здесь тоже нет подвала. И здесь он такой же. Здесь какой-то тостер фиг знает с чем. Где сосед, вот интересно, вот сейчас мне узнать. Он у меня на заднем дворе где-то, что ли? А, вот он. Он не может бежать сюда. Он как... Ну вот очень повезло сейчас, что с багом. Вот почему ломик тушился так долго? Он не должен. Так. Да. Нет, он сюда как-то идет, но только очень медленно. А, он прыгает опять. Он что-то прям запрыгал. Так, ну ладно. Этот мод тоже, по сути, прошли.
Ну, поставим за такую вот уникальную. Он сделан, по крайней мере, хорошо. Неплохо выглядит достаточно. Поэтому плюсик поставим. Неплохой такой модик. Но все же минусы в коротком доме есть. От соседа очень неудобно бегать. Ну и да, подвал. Не сделан, конечно, подвал здесь нет. Но мод красивый, поэтому плюсика заслуживает. Ладно, на сегодня закончим с модами. В следующей серии мы уже к офигенному моду пойдем. Hello Man называется. Который аж 4 локации содержит. Ладно. Ну а на сегодня все. С вас и Господь Песоза, с меня эпичный видос. Сегодня был такой первый разминочный выпуск с простенькими картами. Если вы знаете какой-нибудь интересный мод, предлагайте. Но следующий это Hello Man будет у нас. Который на несколько серий даже, возможно, разделится. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.